Это съемка клипа «Love Wins All». Привет, привет. Здесь не холодно. Это место... Я не знаю, меня похитили. Здравствуйте, это декорации для съемок клипа «Love Wins All». Давайте начнем, хорошо? Мотор! Сцена, где они что-то ищут. Ты мог бы посмотреть в другую сторону. Я? Да. Окей. Я попробую это в этот раз. Мотор. Снято. Снято. Хорошо. Хорошо. Ви проявляет интерес к видеокамере, на которой снимается Аю. Дайте мне одну из них. Ви снимает с помощью видеокамеры в качестве реквизита. Успешно закончил снимать первую сцену. Продолжают съемку на открытом воздухе в пасмурную погоду. Ви и Аю повторяются снова и снова. Только что я представил, как съел чапсальток. Мы убегали от коробки и пришли в ресторан. На столах есть еда, но, как видите, ее невозможно есть. Но как только я снимаю ее на видеокамеру, они выглядят как обычные продукты. Поэтому я ем их прямо на экране видеокамеры. Вот так. Ви приготовил фургон с едой для трудолюбивого персонала. Давайте поблагодарим Ви за то, что подготовил фургон с бугомпаном и фургон с кофе без проблем. Дальше. Мотор. Снято. Хорошо. Вот и закончился первый день съемок. У нас еще остался второй день. Привет. Я вчера так много кричал, что мой голос может быть хриплым. Пожалуйста, извините. Сегодня мы снимаем, как мы были счастливы. Сердце.
снято. В качестве импровизации я просто... Это выглядит хорошо? Я привел себя в порядок спонтанно. Будь то IUTV или Bantan TV, кто появился первым? Кто пытался поднять настроение? Есть сцена, где мне приходится реветь. Но я никогда раньше не ревел, поэтому тренировался в машине. Был ли я неправ, сделав это? Я тренировался в машине, чтобы добиться лучшего. У тебя есть точка зрения, но твой голос не стал хриплым из-за наших съемок. Ты пытаешься обвинить меня в этом, поэтому я просто хочу прояснить ситуацию. Она определенно Ти, не так ли? Я F. А ты Ти? У меня F. У меня тоже. Я тоже все практиковала. Ты практиковалась? Да. У тебя хриплый голос. Выпей воды. В этой сцене мы играем с подушками. Бой подушками. Потому что мы не любим друг друга. Мы устраиваем драку подушками. Будут перелетать повсюду. И мы будем веселиться. Поскольку я готовил свой сольный альбом, у меня было мало времени. Поэтому я пообещал Арми, что сниму дораму или фильм, но не смог этого сделать. Так что было обидно. И я расстроился из-за того, что не смог этого сделать. То, что Арми хотели бы увидеть. Я стараюсь оставить как можно больше вещей перед уходом. Так что, думаю, они смогут увидеть... что-нибудь интересное. Пока ждут.